Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Ах, да уж. Ну что, Road Redemption? Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Я думаю, что с третьего уровня уж. Чё-то первое смотреть. Надо потихоньку прокачиваться до шестого. Потихоньку, полягоньку. Так, а что мне там дали? Прошлый раз что-то дали. Так, это был, значит, не мотоцикл. Хорошо. А что мне тогда дали? Может, персонажа? Этим точно не хочу, пробовал. Кого же мне открыли-то? Кого-то же открыли. Ой. Разве его? Так, нитро. Sword only, только меч, only gun. No gun. Не, no guns не хочу. Guns прикольный, вы чё уж. Ух ты. Game is harder. Nitro only. No skill free. Ну давайте попробуем. Посмотрим, что это такое. Надо будет у того без оружия попробовать. Вообще пока что чувак с гаечным ключом, с газовым ключом, точнее, мне больше всего нравится. I'll send a few of our boys to help you out. А чё это со мной? Try not to kill them. А, что за... Чё там было за странное такое? Блин, ты оружие не хватанул. Да, это проблема. Беда. Я догоню их когда-нибудь? Так я в него и не того. Блин, ну серьезно, а? Типа я когда торможу, что ли, у меня здоровье падает, или чё, чё-то не очень понимаю. Да блин, ну что ж такое, а? Здоровье садится от ускорения. Это интересно. О, куда? Это сейчас что еще было? Блин, ну я не знаю, мне что-то не очень получается такой вариант. Чтобы у здоровья. Его и так вечно не хватает. Отстань, приятель. Как ты меня догоняешь, а? Да блин!
Блин, а? Да. Да, такой себе. Ну что-то этот чувак мне не очень нравится, честно говоря. С тем, что у него здоровье кончается за счет... Мне и так лично здоровья не хватает, блин. Еще... Легкое, да? А, не хватает... Эй, блин, да ладно. Ну давай урон в атаке тогда возьмем. Так же оружие лучше было бы обновить. The more high-ranking reapers you take down, the better our odds of securing the bounty. Блин, ну вот, пожалуйста, ну как, ну я не понимаю, что за бред? У нее что, из жопы, что ли, вытягивает? Это ускорение, я не понимаю. Ну я не знаю, мне... Да... Блин, а! Эти уроды с броней, блин, как они заколебывают. Ну да, и все, здоровье уже кончилось. Да еб... А ну, блин. Не, нафиг, блин, я не хочу... Мне не нравится этот чувак. Ну чего у него здоровье садится, блин? Это, может быть, для него, конечно, есть какая-то определенная стратегия, как это все делать, но... Пфф, вообще ничего не собрал, считай, ХП 11. Да. Да. Такой се. Готово, чё. Так... Не, вот этого берем. Чё-то пока что он мне больше всех нравится. Главное... Нет, ладно бы, за счет этого здоровья, скажем так, ускорение лучше работало. Но... Keep your eyes open. They're here to help. Ну и где-то... Да блин, все-таки... Все-таки он мне подгадит. Обожаю это. Не ори, чувак. Ты очень много орешь. Ты че ты нахрен, блин, а, дурацкий... Как они здесь поворачивают? Я не понимаю. Я как только не пытаюсь. Один хрен все. Не наказ. Как тебя догнать, сволочь, а? Блин! Чувак, вот... Блин, да что ж такое, а? Ну давай, поехали, а? Да что ж...
меня догоняете, гады! Ну, два передних так далеко уезжают, их никак... Так, вариант. У меня пушки кончились, да? Жесть, вы видели, что сейчас произошло? Я, ускорившись просто на максимум... Не могу, еле-еле... Еле-еле... Мог... Еле-еле смог их догнать, блин. Выжив просто вообще все, что только можно из этого мотоцикла, блин. Так. Апгрейд меч. Давайте вот так. 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 Да не, ладно. Пожалуй, все. The cops are closing in, and I don't think they're going to let you off with a warning. Уцелеть. Ну, ладно. Ладно, будем уцелеть. В смысле? Это что сейчас было? Ну поворачивай. Так, ребятки, вы меня немножко достали, а? Мобильчики. Иди-ка сюда. Что такое? Да! Блин, да как я ее прозевал-то, а? Ну... Не успел. Чуть-чуть, блин. Да. Еще б чуть-чуть, а. Так. О, автоматическая рука. А, блин. А, ну хотя, подожди, 1200-1400 хватает. Бам. Бам. Все. Нормал, да. То есть это нахождение денег, набор опыта, облегчение брони. Правда, насчет облегчения брони, я не очень понимаю. Облегчение брони. Если брони меньше... Хэзэ. The assassin passed through here about 20 minutes ago, and he's almost out of Reaper territory. Pick up the pace. Да блин, вы чё? Чё, чувак, ты чё пугаешь? Я, честно говоря, не очень понимаю, эти галлюциногенные зоны не очень понимают. То есть что, что, зачем, почему? Uh-huh.
Жесть какая! Ну, он был в броне. Извините. Наел просто, блин, уже. Ну сколько можно, блин, едь сбоку, блин. Чё тебе надо? Идиот. Но, кстати, из минусов. Из минусов. То, что тут у него, вот у этого бойца, то, что у него очень мощная атака, вот это оглушение, очень мощная. Проблема получается в том, что... Ой, а чё, почему? Я не нажимал два раза. Эй, чел, чел, да остановись ты, блин! Что-то не очень понял, что сейчас было, ну ладно. Он мне почему-то... У меня управление потерялся надолго. Я, слышите, я крикнул, остановись, блин, нажимаю, нажимаю, он это... Так. Блин, хорош. Как-то... Куда мы едем? Извините. Да господи, блин, ты же двигалась, собака. Ну а чё? Вроде норм. Фу, 2400. А, нормально, кстати. Не так уж и плохо. Да. Так. Ты получаешь урон при атаке. Блин, нет, нет, не нравится категорически. Давайте у меня опять 1200. Вот это. Или кодеин все-таки. Давайте вот этот. Дробовик штука полезная. Да. Да, пожалуй, именно так. You should have gone home, Jackal. At least now I can watch you die in the desert like a vermin you are. Сейчас надо догнать. Его сейчас надо просто догнать для начала. Я же нажимал на тормоз. Опа. Пока. Можно мне все-таки успеть за ним, а? Да-да.
после получения награды. По балде б не получить за такую награду. Блин, хп хорошо. Первый, конечно, слился, это да, но... Так, кадеин без вариантов. Надо. Надо. Ну все, здоровье надо было восстановить. Немножко-то, конечно... Грибы. Ой, блин! А, ну мне все равно не хватило. Ну ладно. Не хватило, не хватило. Все время забываю, что вот эти грибы есть. Ой, блин, это же сейчас... Это же уровень на крыше. Это же уровень на крыше. Тут главное выжить. Вот эти вот штуки я так до сих пор не понял. Вот это спасибо. Вот это всегда, как говорится, спасибо. Здоровье здесь нужно. Как там? Как же это, блин. Не помню из... Опа, тише, 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 тише. Не падать, не падать. Здоровье тут... Вау! Ой, а где? Тише. Ох ты ж, блин, обидно-то как. А, вон это чё. Вот да, этот Rocket Jump, блин, запомните бы, что он у меня есть, черт побери. Чисто теоретически. Опа. Отсюда. Ах ты ж подлюка! Как он меня... Слушай, до финиша-то осталось всего ничего. Хе-хе, моё! Ты так мало! 726 всего! Да. Ладно, 1400. Без 5 монет. Ну, блин, всё равно маловато. Чё? Так, максимум нитро. Наверное, так и наверное, так. Ну да. А чё ещё? Ещё вариант. Ну! Ой, писец здоров... Блин. Ну... Блин, ну да, это лучше, потому что тут 20 за 900, а тут 50 за 1400. Блин, не увидел. Ну ладно, чё. Бывает, чё. We're entering Sigma Gang territory. These Sigma Freaks are cold-blooded killers. So keep your guard. Нету. А, взрывчатка? Это взрывчатка? Нет, это, по-моему, автомат. А, нет, это дробовик. Ну, тоже неплохо. Это сейчас вообще что было? Не... Да хорош! Блин, да дайте мне вырулить-то, а! Да, ёп! Достал. Опасно.
Блин, ну поворачивай, зараза! А ну что ж ты? Ну ты смотри, а прям просто не дает повернуть. Is now at 78% outsider. This is unprecedented. Собака, а ну ты смотри, все-таки смог меня сбить с траектории. Подленыш, а. Блин, мне одного осталось взорвать, одного, блин. Пойди, заставили переиграться одной из моих жил. Жусь на цепи, чтобы тебя наказать. Какая-то механическая девушка. Так, три. Ух, нормально деньги дали. Так, ну, во-первых, так, набор здоровья плюс 20%, да? Давайте вот так. Так, 20 здоровья, 900, да, это вот это выгоднее. И 1000 еще есть. Ну, урон в атаке, да. You got some friendlies up ahead. Watch your fire. Блин, я же нажимал направо, ты чё? Да блин! Ах ты ж! Офигеть! Вот гнида! Получается, он туда сбоку пристроился. Ну ладно, ничего. Ну слушайте, еще дальше прошел на самом деле так-то. Если подумать. Так, что у нас? 800. 800 это хорошо. Мне надо сейчас вот это открывать, да? Ну да. То есть вот это все надо. Бам. Бам. Азотное ускорение, набор здоровья. Вот эта штука хорошая, от урона при аварии. Вот этот капли мастер не очень. Капли мистер не очень понимаю. Вот разблокирует новый байк, кстати. Почему бы и нет? Ну, дайте набор здоровья. О! И даже на это хватает. Ничего себе! Вообще красота. Слушай, ну хорошо, за один заезд. Раз, два, три, шесть. Да, шесть, елки, что считаю. Так, и время. Ну. Блин. Да ладно, нормально, я думаю, заезд получился. Сейчас просто если начинать, тут осталось до конца видео буквально всего ничего. Тут минут, чуть меньше 5 минут, по-моему. Вот. В принципе, вот в следующий раз вот сюда и сюда. Жалко, правда, не написано, сколько опыта нужно почему-то. Вот, разблокировать, и тогда можно будет уже вот этот вот начать с 6 уровня. Ну, блин, все-таки это удобней. В общем-то, 6, 9. Найди. Вот это вот, да. Тут круто, конечно. Что-то, ну, это все надо будет, конечно, прокачать, потому что, блин, максимальное здоровье нормально. Вот, вот это, кстати, тоже тема. Получает 35% нитро после каждой миссии. Круто. Значит, вещества, хорошая вещь. Найденные деньги плюс 20%. Ну да, это имеет смысл. Имеет. Ладно, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас гаману, так сказать, с самого начала. Без, ну, без записи, да. Чисто опыт пособирать. Может, получится. Тогда в следующий раз, может, сразу с этого 6-го начнем. Или нет.
смотрю, короче. Ну, что он как бы 10 раз смотреть на одно и то же? Сейчас я не с третьего начну, а с первого. Да, чтобы побольше, так сказать, опыта набрать и так далее. Вот. Ну и на этой собирательной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по чудесочному по щечку. Увидимся в следующей серии. Red Redemption. Да, наверное, все-таки безоговорочная Форева. Потому что, в целом, игрушка веселая. Не полный идейный все-таки продолжатель того, что было на Сеге, но... Да не, нормально. Почему? Отличная игрушка, чтобы расслабиться, отдохнуть, выплеснуть, так сказать, весь негатив и так далее. Самое то. Как-то так.